Ребята, кто едет в Румынию, короче, здесь на английском ничего не понимают. Один из 20 или один из 30. То есть только румынский, только Google Translate на румынском. Это мы заехали. Мы доехали до воды. Классное место. Мы решили не ехать, потому что может быть хуже место. Поэтому мы здесь остановились. Хотя это на часа два раньше. И мы сейчас будем купаться. Скользко. Фу. А не глубоко, Гарри? Да. Я вон стою. Водоросли. Что-то наша дорога перегорожена стала. Гарик решил нашу проблему ножом. Привет, это мы. Фу. А мы вернулись, вынуждены были вернуться. То есть у нас уникальный случай с одним румыном, который нам открывал ворота, которые мы пересекали. Мы уже про него забыли, и на последних воротах он дождался, открыл нам их и объяснил, куда ехать. Вот по этой извилистой дорожке мы сейчас поднимемся обратно на трассу. То есть человек потратил на нас минут 40-50, пока мы доплелись, да? Или может быть и час. А может и час, мы про него вообще забыли. Он стоял, ждал и открыл нам ворота. Такие люди здесь.